Подпольное производство алкогольных напитков остается одним из самых выгодных видов преступного бизнеса. Правоохранители регулярно выявляют цеха и магазины, где изготавливается и реализуется контрафактная продукция. Незаконный склад со спиртом обнаружили сотрудники государственной пограничной службы. На основании постановления Приморского районного суда оперативники Южного регионального управления пограничной службы обыскали складское помещение частной фирмы-перевозчика. Изъято 1160 литров спирта в 5-литровых пластиковых емкостях стоимостью 100 тысяч гривен. Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, уголовное производство ведется по статье 204 «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».